Привет, друзья! Сегодня мы будем смотреть Виндяи. Кто же предатель? Анимация Among Us. Анимация Among Us про Виндяя. А перед началом данного видеоролика на лайк тыкнули, подписались на канал и погнали! Ну что ж, погнали смотреть. Все, погнали. Чему ты подумал? Подопопа? Круто сделал. Всем добра, дорогие друзья, начало с вами Винди, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в Among Us. Сегодня мы продолжаем Among с тобой играть с ребятами. Ребят, поздоровайтесь. Привет! Ебать, ты уничтожил мои уши. Сегодня у нас с тобой будет два убийцы, и я надеюсь, что... Я хочу поиграть в убийцу! Я хочу убивать, я хочу... Хорошо, три убийцы. Теперь нас просто... Вы видели пасхалку? Смотрите, COVID-19... Пидор 228. Три убийцы. Теперь нас просто будут бегать и резать, пасхалки. Бегать и рвать. Это мясо. О, это мясо. Пасхалка. Мы сегодня играем на обычной карте. И сегодня я включаю детектива. Я включаю максимальнейшего детектива. А чё все бегают-то здесь? А мы все толпой бегаем. Какой смысл? Чё смотреть вообще? Мы просто бегаем по кругу и все. Заметь, Мирнианна не бежала туда. Мирнианна не бежала на место. Так, за мной бегает Думсдей. Чё тебе надо от меня? Че он бегает за мной? Думсдей, что тебе надо? Пошел вон! Че ты до меня докопался? Лол, он такой, что? Не лезь! Я просто шел. Я предполагаю, что это Алекс Бит. Еще он вполне умер, может да? быть убийцей. Алекс Бит. Ага, ага, ага. Да, он умер. Лол, его убили. Думсдей, убийца, Думсдей, убийца, точно говорю, Думсдей, убийца, не знаю почему, но мне так кажется. И он не убийца, да? Он не убийца, что? Думсдей не был убийцей. Алло. А мы все толпой бегаем, какой смысл? Хотя, если убийца не еблонер, если убийца не дебильчик, если убийца не дешевка, то он сможет победить, даже если они бегают толпой. Как спрашивать? Легко. Лол. Вот если мне дадут убийцу, я покажу. На самом деле это реально не трудно. Просто вырубать свет. Вот так вот, во время света. Вот когда света нет, ты ему так не засал, подошел, сказал, нафиг, и убил, понимаешь? И все. Не засал и убил. Ну, рисовка крутая. Только звезды какие-то не очень. Но так-то рисовка крутая. Даже тени есть. О, даже так. Круто. Рисовка вообще крутая. Видал? Ах ты сучара, а ты ублюдок, упырь. Что это было? Тут можно было что-то домалювать, бо очень пустая комната. Ну так-то рисовка вообще крутая. Это был Эшли. Это был Эшли! Резкие звуки, ё. Всё? Грустная музыка. И всех убили. Или так? Эшли был просто. А, он остался. О, как грустно. Он все умрет или нет? Да, он умер. Ну, конец вообще очень грустно сделал. Ну, что сказать, анимация очень крутая.
Некоторые моменты смешные, а некоторые грустные. Но ставьте лайки, набираем 100 лайков, и выйдет следующая анимация. Ну что ж, всем до встречи, пока!